Следующий вопрос, но он на самом деле очень в разных интерпретациях, но сегодня, вот особенно во второй половине дня, этого вопроса звучит очень много. Я не знаю, в курсе ли вы вот этого вопроса, успел ли вам что-то сказать Павел Николаевич или кто-то еще, но как начальнику штаба вам, вернее, замначальника штаба, прошу прощения, отдуваться. Вопрос задает ДМДМ. Что вы скажете на заявление ЦИК относительно вновь выявленных 11 счетах в швейцарских банках? Они правда есть и не закрыты? Ну, то есть, вот действительно, сегодня информационное пространство взорвалось вот этой новостью, и то, что там даже какие-то килограммы золота в слитках. Вот давайте отвечайте. Он вам поделился секретом? Где золото? Пилите? Золото партии, да, конечно. Значит, сразу скажу, что это история, которая тянется еще с самого начала, с декабря месяца. Повторю, 23 числа Павел Николаевич был выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации. 24-го наступили каникулы в Швейцарии. 3 числа Павел Николаевич обратился в банк с подтверждением о закрытии своих счетов. 5 числа банк прислал ответ на то, что все счета закрыты. Данные документы были отработаны в конце месяца и представлены в налоговую инспекцию. А то, что налоговая инспекция позже дала Центральной избирательной комиссии, это уже вопрос не наш. Если у Павла Николаевича есть открытые счета, не закрытые, то Центральная избирательная комиссия вправе снять его с выборов. Но сегодня интересный ход был сделан. Что сказал представитель Центральной избирательной комиссии? Он заявил, что Павла Николаевича 11 счетов, о которых он не говорил. И он, самое интересное, он подтвердил, что мы не можем снять Павла Николаевича с выборной кампании, но избиратели должны об этом знать. Слушайте, это чистой воды профанация, фейковая опять история. И причем опять здесь, так сказать, Line News имеет место, и все остальные средства, центральные средства информации.